Привет, с вами Арсений, магазин ToCamp, и сегодня у нас видеообзор тележки TM100 от компании Klemmer, тележка для лодочного мотора, и вот, в принципе, на заднем плане она сейчас у нас уже появилась. Сейчас я вам расскажу, покажу максимально, насколько это возможно, ее функционал, размеры, габариты, вот, ну и технические характеристики, естественно, отсюда само из себя вытекает. Итак, тележка оснащена у нас двумя парами колес, то есть одни колеса стандартные, как у трансовых колес, 260 диаметр, толщина 8 сантиметров, то есть такие колеса у нас подойдут для передвижения по, ну, естественно, по твердым грунтам, по песку и по всему остальному. Вот. И маленькая пара колес. Вторая пара колес для транспортировки лодочного мотора в горизонтальном положении. Вот. Колеса небольшие, но, в принципе, большими они не нужны. Диаметр дальних колес 5 сантиметров. Вот. Итак, размер трансовой доски у нас получается 30 на 16 сантиметров. Толщина у нас 4 сантиметра. Высота от пола по верхней части у нас 89 сантиметров. Где установлены маленькие колеса, предназначены для транспортировки лодочного мотора. Для транспортировки тележки у нас есть барашки, которые откручивают верхнюю часть. И один барашек. Которым можно вот эту часть ногу, естественно, регулировать по длине. Максимальная ширина тележки у нас, включая колеса, составляет 60 сантиметров. Ширина ручки с верхней 38. Максимальная высота тележки вместе с верхней ручкой 113 сантиметров. Тележка выполнена из стального профиля квадратного. Основная стойка, профиль у нас 30 на 30. Рукоятка выполнена из профиля 25 на 25. Общий вес тележки 7,5 кг получается у нас. Вот, понравилась тележка, заказывайте на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.